Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Crysis 2. И это последняя, по идее, миссия. Один раз, мы все еще здесь. Я включил систему костюма. Буду обеспечивать тебе техническую поддержку, все, что в моих силах. Но их не так много, да. Так что направляйся к... Я с тобой, если что. Охренеть, все тут... Рушат эти твари, блин. Так, мне бы оружие какое-нибудь найти бы. Или... Господи, вы только гляньте. Алькатрас, этот пласт породы еле держит лито корабль. Он крайне нестабилен, может рухнуть в любой момент. Внимательно следи за трещинами. Маскировка отключена. Хорошо, будем... Ого! Вот что я имел в виду. Полагаю, он знает. Так, противника сл... Ага, вот он. Двое. Блин, не попал. Да пофиг, убью так тебе. Маскировка отключена. Хотел покрасивее сделать, но хрен с ним. Да хрен с ним, пусть сидит, не пойду к нему. Так, вот они и патроны, и гранаты. Ракетница, отлично. Твою мать, да, теперь вижу, они тут просто кишат. Алькатрас, послушай, бойцы полковника Баркли входили вчера в парк до того, как их выбили. Плюс у Сел была там эвакуационная база. Ищи ящики с оружием и боеприпасами, тебе понадобится огневая мощь. Фу, ладно, сейчас поднаберем. И погнали пробовать. Блин, кто-то рядом. А, вот он. Иди сюда, друг мой, красивый. Вон еще один. Так, тут ситуация уже более... Хуже. Тут, блин, их трое ходит. Маскировка отключена. Козёл, а? Блин, заметил меня? Я тоже, конечно, тоже умный, блин, стоял долго, так думал. Блин, он здоровый ходит. Тут это меня больше всего волнует. Ух ты, хреново дело. Сзади, сзади хрень это. А, не, не сзади, показалось. Лови!
Блин, не попался, что ли? Заколебал, он... Так, это товарищ живо, да? Ничего, сейчас помрет. Лови! Дохни, тварь! Хреново дело. Блин, что-то какое-то хреново вот это оружие. Либо я еще как-то недопонял его. Пока что-то не понравилось мне. Тихо, тихо, друг мой. Да блин, увидел все равно. Блин, ну его в жопу. Давай беги, беги. Ну нет, блин. Ой, блин, я корячился с ними, блин. Хотел именно всех каждого убить, да пошло все нафиг. Лови, тварь. Ты еще не стоишь. Короче, их тупо обойду как-нибудь. Не буду вступать в бой на этот раз. Опять, вот опять же вам это надо смотреть. Ну их в баню. Блин, просто я хотел всех убить. А сейчас второй раз я так не хочу уже. Обидно, блин. Обойду их нафиг, да и все. Вижу. Они тут просто кишат. Алькатрас, послушай. Бойцы полковника Баркли входили вчера в парк до того, как их выбили. Плюс у Сел была там эвакуационная база. Ищи ящики с оружием и боеприпасами. Тебе понадобится огневая мощь. Так, энергию подзарядим и пойдем дальше. Блин, вот этот встал здесь, хрен пройдешь теперь. Маскировка отключена. Пошли вы нафиг. Второй раз с вами разбираться. Не тут-то было, не. Я и в первый раз, можно сказать, справился, там осталось их двое, блин. О, блин. Ну давай, прыгай. А вы стойте вдвоем. А я пойду дальше.
Сейчас мы ему устроим тут вакханалию. Воу-воу-воу, по-моему, зря. Зря я его так сделал. Валим. Чё-то я жалею, что я вот так такой вакханалию устроил. Готова, тварь. Блин, а как мне тут наверх-то забраться? Проблемка тут у меня. Маскировка отключена. Наверное, вот тут я смогу подняться. Да, все правильно. Блин, убежал от меня. Валим на их в жопу. Не-не-не, не падай. Не падай, друг мой. Ух ты, какой модный. Взял, развернулся так. Да я вот так могу. Все, в баню пошли, я пришел сюда за вот эту хренью. Откуда он стреляет, я не пойму. Все, погнали. Ну, вроде все правильно делаем. А, хрен вам меня взять. Мне куда-то туда надо. Сейчас подзарядимся и пойдем. Ой, они идут. Они сюда идут. Нет, они за мной следуют. Да пусть ищут, все равно не найдут. Блин, снайпы не хватает, честно говоря. В данной ситуации. Маскировка отключена. Тихо. Вот тут, небось, патроны есть, да прыгаешь тут. Ну и хрен с вами, я тогда вам сломаю тут. Некогда застревать там и драться, парень. Возвращайся.
Ух, ё-моё, сколько их там. Маскировка отключена. Блин, она с той стороны. Тихо, ребят. Все, ребят, до свидания. Другого пути нет, придется прыгать. То есть сюда прыгать, что ли? Ладно. Но проверь экипировку, пока не... Ой. Блин, а почему выбраться-то не могу до того, все? Маскировка отключена. Так, эта хрень, оружие, мне не понравилось оно, отключена. Честно говоря. Доступны тактические возможности. Так, давайте оценим. Маскировка отключена. Тактическая возможность пополнить запасы. Ух ты. Новые ребята какие-то. Ну, как сказать, они в течение игры, они не появлялись, но мы не вступали с ними в бой. Но сейчас, по-моему, придется вступить. Будем пытаться избегать их, ну их нахрен. Блин, прыгай. Блин, мне тут не подняться. Хотя... Не, вряд ли я тут поднимусь. Давайте переждем. Маскировка отключена. Так, как же мне... Блин, мне придется наверх тогда подниматься к ним. Раз он тут подняться не может. На, тварь! Хоть одного заберу. Но как мне пройти тут? Когда тут закрыто. Блин, мало энергии. Капец, сейчас заметит же меня. Давай быстрее защит. Мне еще убить надо обязательно, что ли, чтобы она открылась или что? Я вот чуть недопонимаю. Наверное, да, придется убить мне их. Он на один передвигается, вот он второй. А я его и прямо я. Ты мой, тварь! Да-да-да, мне придется их убить. Всех. Вон он, зараза. Сейчас поймаем. А, ну иди сюда. Опа, привет. Воу. Серьезно? Живучий собака. Вероятность
Только что поступил приказ от командования. Господи, они все-таки решились. Алькатрас, у тебя мало времени, беги! Пытаюсь как могу. Блин, они тут стоят все. Ну что, ребят, может напоследок кого-нибудь ударить, а? Дай напоследок ударю. На! Тварь. Прощайте, ребят. Послушай, Алькатрас. Скоро реагируй. Это защитная система. Найди в стенах укладку камеры. Как найдешь, открой ее с помощью костюма. Давай, ползим. Мы должны дойти до конца. Ну, ползи же ты. Да, я же жал на W. Чуть не пойму ни хрена. Действительно, я жал. Почему он... Странно. Скоро реагируй. Это защитная система. Найди в стенах укладку камеры. Как найдешь, строй ее с помощью костюма. Я жму. Я в шоке. Я не знаю, почему я жму на W. Может, зажать надо? Вот это уже ладно, другой будет разговор. Теперь он вообще идти у меня вперед не хочет почему-то. Вы представляете, он мне не хочет идти вперед. А, все, пошел. Послушай, Алькатрас, спора реагирует. Это защитная система. Найди в стенах укладку камеры. Как найдешь, скрой ее с помощью костюма. Ну. Не дай бог сейчас опять что-нибудь не то, блин, а? Да, тут надо было зажать. Извиняюсь за тупизм. Эй, покойничек, ничего прогулка, а? Думали, я помер? Но я тоже так думал. Но костюм... Харгрив был прав. Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой. И ты был там, рядом со мной. Умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите. Не только Нью-Йорк. Не только Лингшан. Видишь? Цефалопода давно уже среди нас. И они расселились повсюду. Повсюду.
Пойми, мы победили сегодня, но история наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано помирать. Мы должны вернуться туда, где мы нужны. Я связался с тем самым морпехом, спасенным в Центральном парке, который носит нано-броню Джейкоба Харгрива. Момент, я настрою прием. Ну, то-то. Позвольте представиться. Карл Р. Страж, к вашим услугам. А вы кто? Меня зовут Пророк. Пророк. Ну что, все, это конец. Конечно, для меня концовка никогда не будет понятной. Но, честно, я нифига не понял эту концовку. То есть он говорит, что он пророк, а куда тогда делся Алькатрас? Что произошло? Непонятно. Может быть, конечно, кто понял, объяснит мне. Мне было бы очень интересно узнать правду, что случилось-то. Я нифига, вот, допустим, не понял. Но сам шутер офигенный, честно. Мне всегда Crysis 2 нравился. Офигенно, шутер. Так что, надеюсь, вам тоже понравились все эти серии. Так что ждите Crysis 3. Он через, может, несколько дней после этой серии будет. Так что, все, надеюсь, вам понравилось это прохождение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.